1961 году под руководством Николая Толченикова в Каспийске начало развиваться искусство изобретения макетов кораблей, подводных ракет и самолетов. На сегодняшний день Николай Владимирович продолжает активно эту деятельность и занимается обучением детей, помогая развить их потенциал. Плоды его труда отражаются в воспитанниках, которые в минувшую неделю приняли участие в ежегодном открытом чемпионате по авиамодельному спорту и заняли призовые места. Джаб Алиев у нас занял второе место по гоночным моделям. Это есть такой вот с двигателем внутреннего сгорания. Ну, как хоббийный класс, Quick 500 называется. Соревнование заключалось в том, что каждый участник должен был запустить свой самолет в воздух и при помощи джойстика помочь ему совершить 10 кругов длиною 200 метров. Победителем становится тот, чье авиаустройство быстрее придет к финишу. Без соревнований, без этого будет застой, просто-навсего это дело... У детей главное, я-то, допустим, им помогаю, они зажигаются, они хотят совершенствоваться, а я помогаю. Николай Толченников занимается судомоделированием с детства. Любовь к этому хобби ему привил отец. С ним же он вместе собрал свой первый кораблик. После Николай Владимирович решил связать с этим делом свою жизнь. А сейчас и его ученики находят себя в этом. В Питере в 16 году у меня... Ученик занял первое место среди юношей по чемпионатным видам это самая модель. Сейчас он по беспилотникам специалист. В прошлом году в Астраханской области педагог начал работу по изготовлению настоящего судна. Но процесс приостановился из-за отсутствия финансирования. Когда-то он принимал участие и в сборе самолета совместно с командой энтузиастов. Вот такой вот. Вот, ну, достраивали ребята уже, ну, как группа энтузиастов начинали там, достраивали его в фойе политеха, потом на авиаагрегате кое-какие, ну, детали переваривали там, ну, чтобы надежнее было. И он, в принципе, у нас летал. Но мечту построить свой настоящий самолет либо судно Николай Владимирович не бросает. И, возможно, когда-либо осуществит ее. Отметим, что на кружок может записаться каждый ребенок от 5 лет. Важно иметь желание и стремление. Ведь воспитанники Николая Толченикова – это не просто ученики, а продолжатели его деятельности. На вопрос о его любимом собственном изделии, сделанном своими руками, педагог отвечает и даже показывает работы своих учеников. Для него они ценнее своих. Вот мы его недавно пообновили, вот, привели в порядок более-менее. Вот такой вот красивый это ракетный катер. Работы его воспитанников часто можно увидеть на городских праздниках и выставках. Сейчас Николай Владимирович активно готовит своих учеников к чемпионату России, который пройдет в середине ноября текущего года.